Сегодня вашему вниманию представляется удивительная и, как кажется, в 2020 году маловероятная история. Но не забудьте, что прошло уже 70 лет. Итак, как самолет коклюш победил. Раннее прохладное утро. Август 51 года, Уфа. Запасной аэродром для санитарной авиации. Рядом со взлетной полосой появляются две фигуры. Высокая голубоглазая женщина и маленькая испуганная девочка лет 4, бережно прижимающая к себе серого котенка Дымка. Девочка с любопытством и страхом смотрит на самолет с красным крестом на борту, но видит приветливое лицо летчика в шлеме Степана Ильича. Он улыбается ей открыто и ласково и сажает в кабину, но грозит пальцем непрошенному пассажиру-котенку. Девочка еще крепче прижимает к себе серый комочек. «Ну что, взлетаем, соколики! Держись, стрекоза! Сейчас прокачу!» «Да», – отвечает голубоглазая женщина. И вот открытый санитарный самолет плавно взлетает над Уфой. А внизу остаются деревянные домики, голубая лента реки Белой, мост, пашни и рощи. Маленькая Танюша крепко сжимает руку мамы, так ей уютнее и совсем не страшно. Но Дымок, пару раз мяукнув, засыпает на руках у своей маленькой хозяйки. Около 40 минут самолет делает несколько кругов над городом, а потом возвращается на свой аэродром. «Будем надеяться, что поможет», — говорит женщина. «В добрый час, стрекоза. Не кашляй больше, не хворай». В следующую ночь впервые за 2 мучительных месяца Танюша спала крепким здоровым сном, а кашель как отрезала. Коклюш – это тяжелое, изматывающее ребенка инфекционное заболевание, которое лишает организм сна и отдыха из-за мучительного приступообразного кашля, во время которого может быть даже остановка дыхания. Кашель усиливается по ночам и не дает спать ребенку, изматывая всех членов семьи. Для облегчения кашля рекомендуется влажный прохладный воздух и долгие прогулки. Есть методика лечения коклюша разреженным воздухом на негерметизированном самолете, который служит аналогом барокамеры. Полет на самолете – это яркое эмоциональное впечатление для ребенка, при котором импульсы из кошлевого центра головного мозга переключаются на другие центры. Именно этой методикой воспользовалась мать Танюши, детский врач по специальности. Она нередко совершала экстренные вылеты по республике самолетом санитарной авиации для помощи заболевшим детям. Если бы в то время была убитая вакцина против коклюша, все было бы иначе. Но вакцину стали применять только с 1957 года. Будьте здоровы!